Здравствуйте, девушка. Оператор 197, доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте, алло. Я бы хотел, мой карт на две части сломался, я его хотел приклеить, он будет работать, девушка, или не будет? Что вы хотите приклеить? Карту, момент. Какую карту? Сим-карту. Сим-карту, момент, там приклеить к чему? Друг к другу, сломался он. Нет, конечно. А почему? Ну, потому что микрочип поврежден. Как вы можете микрочип моментом склеить? Как так? Это невозможно, что ли? Вот мой... я не разбираюсь это дело, девушка. Если вы не разбираетесь, пожалуйста, с этой сим-карты, которую вы сломали, обратитесь в сервисный центр или в центр обслуживания. Вы где находитесь? В каком городе? Я? Да. Это... Дагестан, Чубутла, там я живу. Пожалуйста, обратитесь в город Махачкала на улицу Насрудинова, 23. Только там вы сможете восстановить эту сим-карту. Я, девушка, я туда, не могу пойти, у меня, овец смотреть никого нету тут. Но с другой стороны, вы моментом, если склеите сим-карту, вы ее испортите полностью. Так, если попробовать, я его склею, попробовать, он работать не будет, да? Нет, работать эта сим-карта не будет. Девушка? Без сим-карты телефон не работает, да? Что? Без сим-карты не работает телефон, да? А вы пробовали без сим-карты, чтобы телефон работал? Я пробовал, но он говорит, какой там надпись получается. Ставьте сим-карту. Не знаю я, какой-то там надпись. А надписи на русском, вы можете на русском прочитать надпись? Это не русский, там черт его и знает, что там и такой. В данном случае, если вы склеите сим-карту или что-либо с этой картой сделаете, она у вас работать не будет ни в том, ни в другом случае. А если вот это... Если сим-карта повреждена, только ее восстановить можно в центре обслуживания. Девушка! У меня дома сухой сварка есть. Если с ним потихоньку чуть-чуть вот так нежненько вот стереть. Нет, я вам повторяю, если вы сваркой моментом что-либо сделаете с вашей сим-карты, она не будет работать. Микрочип. Вы понимаете, что такое микрочип? Микрочип это определенное. Микрочипе сохраняется абсолютно вся информация, имеющаяся на вашу сим-карту. То есть, если сим-карта сломана, информация уже недоступна. Никаким способом вы самостоятельно ее не восстановите. Ничем, ни сваркой, ни моментом. У меня есть документы на эту сим-карту. Я вот когда сим-карту вставлял, еще с ним большой сим-карту тоже бы. Если это поставить, будет он работать? Какую большую сим-карту? Маленькую? Там одна сим-карта всего. Ну, я сим-карту с большой сим-карты снимал. Это не сим-карта. Минуту оставайтесь на линии. Еле-еле.